Работа гуру – это неинтересная работа. Это похоже на экскурсию в проекционную комнату. Вы сможете выйти из игры и наслаждаться фильмом. Солнце не восходит и не заходит, но насколько же великолепен этот обман. И также от самых незначительных до самых значимых вещей, которые мы воспринимаем в нашей жизни, все это череда иллюзий. Чтобы способность видеть эту иллюзию из-за кулис. Если вы когда-нибудь были в театре, хорошо, даже в кинотеатре, происходящая там драма очень реальна. Но за всем этим всего лишь одна лампочка и два вращающихся колеса. Если вы зайдете в проекционную комнату, то увидите, что там всего лишь одна лампочка и два вращающихся колеса. Вот и все. И столько драмы. Случается любовь, война, сражение, мир, даже просветление. Но это всего лишь лампочка и два колеса. Вы чуть более реальны. Потому что это игра пяти элементов. И дело здесь, тот, кто не наслаждается игрой или фильмом, глупец. Но тот, кто попал в плен игры или фильма, еще больший глупец. Тот, кто способен наслаждаться игрой по полной, и все же никогда не запутываться в этом процессе. Тот, кто понимает, что фильм начинается с рекламы и заканчивается титрами. Вы видели титры на кладбище? Имена всех актеров, которые жили раньше. Если вы не понимаете, что в промежутке всего лишь игра, если вы попали в плен этой игры, тогда столько вещей, которые нереальны, заменяют реальность. И то, что абсолютно реально, полностью упускается. Так что... Да... Работа гуру – это неинтересная работа. Это не совместный поход в кино. Это похоже на экскурсию в проекционную комнату. Но обещаю, если будете хорошо себя вести, отведу вас в кино. Итак, зачем нужно разрушать красоту фильма? Отправляясь в проекционную комнату, где мы увидим, что не существует храбрых мужчин, не существует красивых женщин, не существует большой драмы, есть только два колеса и лампочка. Зачем кому-то разрушать красоту фильма, отправляясь в проекционную комнату? Если бы в фильме играли другие актеры, в этом бы не было необходимости. Мы могли бы просто наслаждаться фильмом. Но проблема в том, что в нем есть роль для вас.
лучше понимать, что это всего лишь два крутящихся колеса и лампочка. Если бы там играли другие актеры, а вы могли бы просто сидеть в кресле, смотреть и есть попкорн, тогда мы могли бы не обращать внимания на проекционную комнату и просто наслаждаться фильмом. Кому какая разница, что там происходит. Но сейчас у вас есть своя роль. И если режиссер не направляет вас за руку, если режиссер не направляет актера, то даже самые талантливые кинозвезды будут в замешательстве. Поэтому неважно, насколько вы гениальны, насколько вы сообразительны, если вы не держите творца за руку, в вашей жизни будет полный беспорядок. Не имеет значения. Если вы успешны, это будет беспорядок одного рода. Если неблагополучны, другого. Если вы знаете, как играть в игру, если знаете, как играть свою роль, и при этом осознаете механику проекционной комнаты, тогда вы можете управлять фильмом по своему желанию. Если вы держите режиссера за руку, это может стать прекрасным опытом. И самое главное, вы сможете выйти из игры и наслаждаться фильмом.